Любители кинофильмов провели бессонную ночь. Ненецкий округ присоединился к масштабной акции «Ночь кино». Изначально показ мультфильма «Смешарики», военной драмы «Батальон» и «Легенда номер 17» был запланирован под открытым небом. Но из-за непогоды мероприятие перенесли в зал Дворца культуры «Арктика». Впрочем, на задумку авторов это никак не повлияло. Организаторы акции постарались сделать все, чтобы зритель смог окунуться в атмосферу отечественного кино. Впрочем, среди картин, заявленных к показу, фильма «Иван Васильевич меняет профессию» не было. Кинокартины, которые показывали в день акции, выбирали путем голосования на официальном сайте «Года кино». Акция прошла на чуть менее 2000 площадках во всех субъектах Российской Федерации. Предположительно, в ней приняло участие более 500 тысяч зрителей. Все-таки 27 августа – это день российского кино. И не нужно забывать, что у нас замечательное российское кино. И сейчас тоже делают замечательное российское кино. И надо больше внимания уделять нашему кино, смотреть и узнавать, что интересует молодежь, что интересует людей. Всероссийская акция «Ночь кино» инициирована Министерством культуры России в рамках «Года кино» и направлена на пропаганду отечественного киноискусства и приобщение населения к лучшим образцам российской кинематографии.